Всем привет! В этом видео я расскажу, как я вязала такой кардиган из пуха норки, покажу, как я делала расчет, и на его основе вы сможете рассчитать на любой размер при своей плотности вязания. Затем я по петлям и рядам расскажу, как я все это вязала, и в конце видео покажу, как я закрывала планку горловины полым шнуром. Сначала, что касается пряжи и моих размеров. Пряжа у меня вот такая, длинноворстная она называется. Я вязала в одну нить с бобинки основной и одна дополнительная нить. Тысячу спасибо моей фее за эту чудесную пряжу. Спицы я использовала 3 мм для вязания всего кардигана и 2,5 мм для вязания манжетов. На весь кардиган у меня ушло 300 граммов пряжи. Длиной он у меня получился 71 сантиметр. И сейчас я расскажу основные сантиметры. Значит, длина 71, как сказала, ширина 55. Регланная линия переда 26 сантиметров. Рукав. Так, по внутренней части вот здесь вот. 39 сантиметров. Я не стала делать слишком длинный рукав, потому что мне нравится, когда такого плана рукав немножко приподнят. Если слишком его длинным связать, а потом приподнимать, то здесь будет слишком большой напуск. Вот так. В общем, 39 здесь сантиметров получилось. Ширина в самом начале вот здесь 18, и в конце перед манжетом, здесь я большую часть вязала просто по прямой, здесь 16 сантиметров. Длина манжета у меня небольшая, около 3 сантиметров здесь, примерно 2,8, по-моему, я измеряла. Так, по рукаву это все. Теперь по планке, планка горловины шириной у меня 4 сантиметра, и внизу кардигана у меня резинка здесь. В самом начале 7 сантиметров. Вот такие размеры у меня получились. Это на 50 размер. Так, сначала я расскажу коротко для тех, кому не нужны детали, расчеты и так далее, как вязала, можно сказать, обзором. Связан кардиган регланом сверху вниз. Для начала вязания я набирала петли для спинки, рукавов и регланных линий, а петли для полочек уже добирала в процессе вязания. Набрав петли, я провязала росток по рукавам. Затем продолжила вязание, делая прибавки по регланным линиям в каждом втором ряду до нужной мне ширины изделия. Затем я сняла петли рукавов и соединила спинку и полочки, набрала между ними подрезы. И вязала вниз длину, и в конце все вязала лицевой гладью, как вы видите, и в конце провязала резинкой 2 на 2. Связав тело, я перешла на вязание рукавов, также все по кругу. Сделала здесь несколько убавок. Это я, когда подробно сейчас буду рассказывать, все скажу, сколько, в каких рядах я делала эти убавки. Итак, сделала несколько убавок, затем вязала на оставшихся петлях ровным полотном до манжета. Затем перед манжетом убавила петли и связала манжет также резинкой 2 на 2. Здесь и по низу изделия я петли закрывала просто по узору, то есть протяжкой, провязывая петли по узору. После этого я набрала петли на планку горловины, полностью начиная от края полочки через все, через весь кардиган и заканчивая вот здесь. Провязала планку резинкой 2 на 2 и закрыла полым шнуром на 2 петли. Дальше заправила кончики и постирала.
стирала вручную, в горячей воде, как мне посоветовала моя фея, не замачивая, просто немножко так прополоскала с жидким средством для стирки, и затем уже прополоскала его в теплой воде, сильно не отжимала, просто в полотенце положила, затем разложила в горизонтальном положении тоже на полотенце, и он так и у меня и высыхал. Достаточно быстро высох. После стирки он очень хорошо распушился, стал еще мягче, петли все расправились хорошо. Вот сейчас поближе вот так покажу. Если будет видно, он очень-очень пушистый стал. Это еще я его не успела даже поносить. Он, мне кажется, просто лежит и распушается. А теперь я расскажу более подробно, как я вязала, и покажу свой расчет. Как обычно, перед началом вязания и расчетов я связала образец и определила плотность вязания. Лицевой гладью вязала образец. У меня получилось 16 петель, 6 сантиметров. На вот таком образце я буду показывать. Значит, это V-образная горловина у меня. Сначала я рассчитала начало вязания. Сначала полностью рассчитала, как при круговом вязании, чтобы мне было понятно, сколько мне делать прибавок. Итак, я рассчитывала на 50 сантиметров. То есть вот при моей плотности вязания мне нужно выяснить, сколько мне нужно набрать петель на 50 сантиметров. Для этого я 16 петель разделила на 6 сантиметров и умножила на 50 сантиметров. Получилось, что мне нужно 134 петли. Теперь нужно отнять петли регланных линий. Для регланных линий я в этом кардигане взяла по 4 петли. 4 на каждую регланную линию. Значит, 4 × 4,16. Отнимаю от общего количества 134 минус 16, и получается 118 петель. Эти 118 петель я делю на 3. На спинку, переднюю часть, и на рукава. Ровно здесь не поделилась, я разделила так: 38, 40 и 40. При этом я 38 разделила на рукава и по 40. Так, значит, 40 на спинку, по 19 на рукава, это 38 пополам, и 40 на переднюю часть. Дальше нужно сделать корректировку с учетом ростка. Я сделала по 3 точки разворота на рукавах, здесь 3 и здесь 3. По 3 точки разворота, то есть у меня получилось, будет провязано 6 рядов. С учетом того, что у меня 3 точки разворота, я отнимаю от каждого рукава по 3 петли для корректировки. Получается, здесь 16 остается, и здесь 16. И еще я отняла от рукавов, так, нет, сначала отняла здесь по 3 петли, получилось здесь 3 и здесь 3, всего 6. И эти 6 петель я прибавляю к передней части. Получается 46 на передней части. И еще я отняла от каждого рукава примерно по сантиметру. У меня в одном сантиметре 2,6, но я взяла по 2 петли. Отняла оставшиеся. Осталось 14 петель на рукавах. 2 одно, от одного рукава я прибавила к спинке. 42. И 2 от второго рукава я прибавила к передней части. Получается 48 на передней части. Вот эти разница, вот эти 6 петель, которые у меня будут прибавлены по рукавам при вязании ростка. Вот она, эта разница у меня получилась.
И теперь, так как у меня V-образная горловина, и для начала вязания петли на переднюю часть я не набираю, значит, здесь нужно также откорректировать. 48 – это общая ширина. Делю на две части, так как у меня две полочки. Получается 24. И таким образом я понимаю, что мне нужно прибавить с каждой стороны в процессе вязания по 24 петли. Итак, что у нас получилось? То есть эти петли я буду добавлять в процессе вязания. А что мне нужно набрать для начала вязания? Это 42 спинки, по 4 на регланной линии, 14 и 14 на рукава. И так как я вяжу поворотными рядами, 2 кромочные. И посчитаем, что у нас получилось. Это 42 плюс 14 плюс 14 рукава плюс 16 регланных. Получается здесь 86 и плюс 2 кромочные. Итого 88 петель. Вот для начала вязания мне нужно было набрать, я набрала 88 петель. Все, вот такой расчет. И теперь на самом кардигане. Значит, набрала я эти 88 петель и провязала 2 ряда лицевой гладью просто без прибавок. И в последнем ряду, во втором, распределила маркеры согласно того расчета, который я сейчас показала. Дальше я связала росток, 6 рядов, как у меня по расчету было, и плюс 2 выравнивающих ряда, получилось у меня 8 рядов. И как я вязала росток, я вязала так же, как я обычно всегда это делаю. И на какое-нибудь из видео, где подробно я это показываю, я оставлю ссылку под этим видео. Дальше. Значит, после ростка у меня получилось на спинке 48 петель, на рукавах по 17 петель, и на полочках пока ни одной петли не было. После ростка я уже стала просто провязывать, прибавляя петли по регланным линиям. Петли прибавляла тоже так же, я оставлю какое-нибудь на какое-то видео, где я подробно показываю. Можно их из протяжки добавлять, можно скрещенную протяжку набрасывать. В общем, кому как удобно, прибавки можно делать. Здесь, в общем, хорошо оно смотрится на этой пряже, любые прибавки. Итак, прибавки я делала в каждом втором ряду, то есть в каждом лицевом ряду, изнаночные ряды просто провязывала. И так я провязала после ростка 80 рядов. И кроме этого я начала делать прибавки для полочек и для формирования V-образной горловины. Первую прибавку я сделала в седьмом ряду. И дальше на протяжении всего вязания я делала прибавки в каждом четвертом ряду. То есть в седьмом, одиннадцатом и так далее. В каждом четвертом ряду делала прибавки в начале ряда и в конце ряда. Также это у меня получалось в лицевых рядах. И здесь я прибавки делала из протяжки, пропустив кромочную и одну петлю. Кромочная, одна лицевая, прибавка. Здесь также прибавка, лицевая, кромочная. До подрезов у меня получилось 19 прибавок, а остальные уже я сделала после того, как соединила вязание, вернее, соединила спинку и полочки, отделив рукава, и оставшиеся 5 прибавок уже провязала после этого. Ну, это у каждого будет индивидуальный свой расчет. Я при такой V-образной горловине обычно так делаю, вернее, как рассчитываю, сколько мне нужно прибавок сделать, и прибавляю их в каждом четвертом ряду столько, сколько мне нужно.
И так, в общем-то, именно такой вырез, который получается, он меня полностью устраивает. Итак, значит, провязав все прибавки по реглану, у меня получилось на спинке 132 петли, на рукавах по 101 петле и на полочках по 61 петле. Дальше я отделила рукава, сняла их на дополнительные спицы и вязала петли спинки и полочек и набрала здесь вот подрезы. Подрезы у меня получились, я набрала по 10 петель. Итого у меня получилось на спицах спинка плюс полочки плюс по 10 подрезы плюс кромочные, у меня получилось 276 петель. Дальше я вязала на этих петлях ровно лицевой гладью вниз 146 рядов. Затем перешла на резинку 2 на 2 и провязала 26 рядов резинки. Закрыла, как я сказала, уже по узору протяжкой, не затягивая. Весь край получился эластичный. Но здесь мне не нужно было, он не очень держит резинку, эта пряжа. Я вязала довольно свободно, чтобы слишком вот так не собиралась. Мне хотелось, чтобы она была примерно такой же ширины, чуть-чуть, может быть, она собрала полотно, как лицевая гладь. Так оно и получилось у меня. То есть я провязывала, где лицевая, лицевой, делала, протягивала через предыдущую, где изнаночная, изнаночная, также протяжка через предыдущую петлю. Дальше. Рукава. Пересняла я 101 петлю обратно на рабочие спицы и набрала, как я сказала, здесь также было по 10 у меня петель подреза, и также я и для рукава по подрезу набрала 10 петель. Всего получилось у меня по кругу 111 петель. Затем я сделала убавки вот так клинышком. Вот. И убавляла, так, сколько там раз, всего сделала 5 убавок, убавляла в третьем ряду по краю подрезов, вот где у меня как подрез шел, и по 2 вместе с наклоном в сторону предполагаемого шва. Вот обычно здесь же шов у нас по рукаву идет. Вот этот наклон сюда, этот наклон сюда. И так я убавляла в третьем ряду, в пятом, в седьмом, в десятом и тринадцатом. То есть 3 раза в каждом втором ряду и 2 раза в третьем ряду. Всего, значит, получилось у меня убавлено за 5 убавок 10 петель, так как в начале и в конце ряда это делается. И остались у меня те же мои начальные петли. Начальное количество 101 петля. То есть эти 10 петель подреза я убавила, и все. И дальше я на этом количестве вязала лицевой гладью ровно 124 ряда. Дальше в 125 ряду я все петли провязала по 2 вместе. Но так как у меня нечетное количество, у меня одна осталась в остатке. Ничего страшного. 2 вместе, 2 вместе лицевой провязывала, и одна осталась. Дальше, так у меня получилось 51 петля. И дальше 126 ряд я провязала эту 51 петлю лицевыми петлями. И дальше уже перешла на резинку 2 на 2 и на спицы 2,5 мм. И провязала резинкой 2 на 2 12 рядов. Начинала так: кромочная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И в конце у меня 1 изнаночная получилась. Закрыла петли также протяжкой, не затягивая. И дальше я связала планку горловины, начиная от края по лицевой стороне правой полочки. Я набирала петли из кромочных, делая дополнительные накиды. То есть из одной кромочной
если бы я набирала просто из кромочных без накидов, получалось бы, что я из одной кромочной поднимаю одну петлю, из одной две, из одной одну, из одной две. Чередуя так. Но я делала так. Я провязывала из каждой кромочной по одной петле два раза и затем дополнительный накид. Эти накиды в следующем ряду я провязывала просто скрещенными петлями. Мне так больше нравится, чем тянуть кромочные за переднюю и за заднюю стенку. Или даже когда между кромочными провязывают, вот именно накидами, мне кажется, более аккуратно, но вы можете делать, как вам нравится. Итак, значит, от края я так набирала. Из одной кромочной подняла одну петлю, сделала накид, а затем повторяла из двух кромочных по одной петле накид, из двух кромочных по одной петле накид. И так до конца полностью. Здесь мы поднимаем по кромочным, там, где был наборный ряд рукава и спинка, здесь я просто напротив каждой петли поднимала петлю по наборному краю. Здесь можно, если хотите, делать открытые петли, но мне так больше нравится. Здесь очень хорошо видно, где петля, и просто над этой петлей набирать петли. Итак, набираю дальше по левой полочке. И в конце также у меня получилось из двух кромочных 2, накид, и из одной из последней кромочной 1 петля. Таким образом, у меня полностью получилось 464 петли. Дальше я вязала резинкой сразу. Это получилось изнаночный ряд, я сразу формировала резинку. Если смотреть с лица, то у меня получается кромочная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И в конце также. Здесь посмотрите свое количество петель, чтобы и в начале, и в конце получалось желательно одинаково. Так я провязала поворотными рядами 14 рядов резинки 2 на 2 и закрыла петли полой резинкой на 2 петли. Попробовала сначала на 3, более грубо на 2, хорошо получилось. Как я это закрывала, я сейчас покажу. Я провязала небольшой образец резинкой 2 на 2. Также на своей планке я, провязав 14 рядов вместе с наборным, это я считаю, я остановилась в начале лицевого ряда. Вот так же я набрала кромочная, 2 лицевые, так же, как у меня было, но здесь не важно, как будет. Закрытие все равно будет одинаковым. И как я начинаю закрывать? Начинаю закрывать сразу, провязывая с первой же петли. То есть вот у меня кромочная. Обычно мы, когда начинаем ряд провязывать, мы кромочную снимаем. В данном случае сразу начинаю вязать. Первую кромочную также провязываю лицевой. И вторую и следующую петлю я провязываю вместе лицевой с наклоном влево. У меня петли, так как я вяжу классическим способом, лежат ко мне передней стенкой, поэтому я их разворачиваю. Или можно протяжкой вязать. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую петлю. Вот. Эти две петли возвращаю на левую спицу. И продолжаю вязать таким же способом. За переднюю стенку провязываю первую петлю лицевой, следующую петлю снимаю, следующую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую петлю. Опять две петли возвращаем на левую спицу. И так закрываем все петли. Первую петлю лицевой, следующую. Так, здесь более правильно будет за правую стенку снимать, вернее, за переднюю стенку снимать. Снимаю, следующую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую петлю. Возвращаю. Опять первая лицевая, вторую снимаю, третью провязываю лицевой, протяжка.
Давайте еще чуть-чуть провяжу. Лицевая. Две вместе, лицевой с наклоном влево. Возвращаем петли. Лицевая. Две вместе, лицевой с наклоном влево. Возвращаю. И вот что получается. И так закрывала, закрыла все петли. Сейчас я до конца закрою и в конце покажу. Так вот, я заканчиваю закрывать. Последняя петля у меня осталась. Также первая лицевая. Следующие две петли вместе лицевой с наклоном влево. Осталось две петли, и я просто беру первую петлю, набрасываю на предыдущую. И все. И вот такое аккуратное закрытие получается. С обеих сторон одинаковое. Вот так это выглядит на большом полотне. На этом вязание кардигана было закончено. Про стирку я уже рассказала в начале видео. Вот такой пушистик. Для большего размера горловину можно набирать также, можно немного больше петель, или не на 50, допустим, на 52 сантиметра или 51 сантиметр, и вязать кокетку с прибавками по реглану до нужной вам ширины. То есть просто вязать больше рядов с прибавками по реглану для большего размера, соответственно, меньше рядов для меньшего размера. Ширину нужно замерять, когда вы будете замерять, сколько вам нужно ширину с учетом подрезов, с учетом того, что подрез также добавит ширины вашему изделию. Ну вот я, в общем-то, все рассказала. Если остались вопросы, задавайте. Вяжите с удовольствием. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего самого-самого доброго. И до встречи в моих новых видео.